здесь, да? Но это дорого все равно, и это дорого. Ниже 150 масла нет. А, вот единственное масло, Брест-Литовское. Опять-таки нет, его и нету в помине. Масло дорогое. Масло я брать не буду. У нас в маленьком магазинчике намного дешевле. А это очень дорогое масло. Какие дорогие. Придется вот это брать, раму. Ну, печь. Сейчас буду печь, и как раз оно пойдет. А состав-то почитайте мне, пожалуйста. Берут люди масло. А я хочу взять майонез. Хоть я его и не ем, но взять надо. Какой? Вот этот верхний. Классический. На! Так, чай надо купить. Посмотрим. Вот здесь был кофе. Его уже такого кофе и нету. Голден. Так, пошла я чай куплю. Пока есть. Очень замечательный чай вот этот. Я его и возьму. Сейчас на него как раз акция есть. Мы два взяли? Два. Ну-ка. Вот еще хороший. А вот этот? А, 100 грамм, да. Листовой. Вот хороший листовой. А он весь листовой. Крупный листовой. Супер. Вот его можно взять. А вот это что такое? Раки. Ух ты, неподъемные. Сеточки. И цена 4000. В соленой заливке. В масле много народу. Сейчас мыло куплю. Взять. Вот это что ли еще? Может, вот это еще взять?
шампунь. Пусть стоит, она есть не просит. Сейчас. Я смотрю, где народ, а где народа нет. В игрушках мало. Куда делась тушенка-то? Люди берут консервы или не берут? Кто берет, а кто и не берет. Сейчас возьму эту муку. Муку берут. Сахар сыпется. Соль берем. Ой. Еще масло берут. Оливковое. Вот было какое-то 529. А вот это-то нету, масло 529 было. А? Я? Рис хочу взять. Дома вообще риса нет. Где народ? Народ в крупах. Ужас, все скупают в крупах, и дешевое, и дорогое. Людей-то как жалко. Пойду-ка я пшено поищу. А, скупает все. Кошмар. К чему придем, неизвестно. А, рис. Вот это взять. Ну и не буду. Какой брать? Так. Пойдем? Пойдем. Почему 8 будет? Подожди, а вот это сколько? Да, вот к чему действительно приводит нестабильность в государстве. И мы-то тоже набрали. Пойдем. Переходим. А солнце какое теплое. Везите. Где тут наша газель? Машина уже прибавилась.